Одинцовском городском округе одна из наиболее масштабных программ социальной газификации. Ее реализация продолжается в соответствии с намеченным графиком. Всего в муниципалитете планируется догазифицировать 170 населенных пунктов. На сегодня работы проведены уже более чем в 80 населенных пунктах. При этом Мособлгазу важно получить от новых абонентов обратную связь. Поэтому сотрудники компании посещают жителей, которым голубое топливо по программе соцгазификации пришло несколько месяцев назад.